Всем халла, рыбаки! Сегодня снова катаем валиком с палки. Как же мне это дело нравится. Всегда такой рэп выходит. Сам в восторге. Так что уже по классике. Дальше больше. Сейчас сами все увидите. Погнали, погнали, погнали. Вот это я называю раздать рэпа. Масштаб, цвет. А вообще, если честно, заливка иногда даже не нужна. Можно просто с одного цвета такого стиля раздать. Совсем недавно к этому пришел. Сами смотрите, короче.
Сейчас, братва, такое дело. Пару дней назад было. Погода вообще борода была. Поэтому снял как снял, что поделать. Бля, ну кусок очень бодрый вышел. Дневное фото даже в конце вставлю. Первый раз с палки, с валика, с фишками какими-то дал. Трещины как надо легли. Ну, в принципе, как и всегда. Сегодня у нас вот такая пляска. Что было, то было. Сами все видели. Покатали хорошо. Да и особо не потратились. Всем доступная граффити в студию, так сказать. А мне тут лайк, подписку, репост оформляй. Только так. И помним, что с нами рэп. А значит, на месте не сидим, а делаем вещи.